Не будем разбираться в причинах и том, как это случилось, а посмотрим на решение проблемы. Итак, вы попали в долговую яму, что делать? Главное, не поддаваться панике и не закрываться в себе. Финансовые проблемы не так страшны, как может показаться на первый взгляд. В статье расскажем, как выбраться из долговой ямы при помощи банка самостоятельно, а также дадим работающие советы. Подробнее на нашем сайте.